В связи с наступающими крещенскими морозами напоминаем, что в сильные холода дети могут не ходить в школу. Причем температурную границу определяют сами муниципалитеты. К примеру, в Красноярске ученики начальных классов могут смело оставаться дома, если на улице минус 32 градуса. Старшеклассники смогут пропустить занятия при минус 35. В Енисейске эти цифры на 3 градуса ниже. Малыши смогут не идти в школу, если температура упала до 35 градусов мороза, а ученики 5-11 классов, соответственно, при минус 38. В силу того, что Красноярский край очень протяженный, с разными климатическими условиями, где-то большое влияние имеет ветер, где-то температурный режим как бы очень низкий, поэтому самостоятельно принимают. И в данном случае обучающиеся могут не посещать занятия. Если дети пришли в школу, для них организовывается индивидуальная работа, или групповая работа, если детей много, по учебным занятиям, согласно расписанию, поэтому в этом смысле дети, которые пришли в школу, остаются под контролем учителей.